В минувшую субботу футбольный клуб «Химки» провел матч на домашнем стадионе. Принял «Чайку» из Ростовской области в 13-м туре ФНЛ. Соперник навязал борьбу с первых минут, но красно-черные смогли защитить свои ворота. В свою очередь «Чайка» дисциплинированно сдерживала атаки химчан. Все изменилось, когда полузащитник Артем Полярус принял мяч в 30 метрах от ворот и пробил в дальнюю девятку. Это первый мяч полузащитника, который он забил в составе «Химок». При этом голевых передач в этом сезоне у «Поляруса» набралось уже 7. По этому показателю он лидер ФНЛ. Единственный гол принес очередную победу красно-черным. Сейчас футбольный клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы с 30 очками.